Всем привет, ребят. Ну что, вчера решили отдохнуть, уже не записывал видосики, на сегодня надо иногда отдыхать. И сегодня уже проснулся, решил немножко потрешивать. Вчера был неплохой рынок на английском сервере. Забрал плюхи, камешки на следующий роллинг, вот две эмблемки. Apex камни еще дешевеют. Ну, короче, в общем, как всегда, на английском сервере самое интересное. Так, что у нас сегодня еще интересного есть? Есть неплохие акции, вот за десятку лазуля 1200 камней, за двадцатку тоже неплохой бонус, вот за пятидесятку тоже сундучки, все дела. Ну, в общем, все как обычно дешевеет, 10 тысяч камней, 5000 красных, я не знаю, куда еще дешевле. Вот такой вот бонус есть. Ежедневный бонус на протяжении 7 дней, то есть вы получите, по сути, 7 камней вот таких вот, тоже неплохой пак. Вот выгодная сделка по 3500 плюс 700 слизней, я считаю, это вообще огонь для прокачки смотрителей. Ну и большие паки, как обычно. Все как всегда, полный трэш. За, тут видите, 1500 продают, ну и плюс сундуки, ну нету смысла брать. Ну, оно все дешевеет, то есть к обнове оно будет, 2000 будут продавать стабильно здесь. Так, у нас красный смотритель сегодня, надо будет тоже в него потом сбегать. Что у нас, хрустальный? Ну, хрустальный, в хрустальном опять же невыгодно, вот за 100 баксов большой пак. Плюс-минус смысла нет. Какие еще гифты есть? Рудольф. Бонусный невыгодно. За открытие. Давайте зайдем, посмотрим, что тут интересного дают. И пойдем качать, как обычно. Сегодня постараюсь вам уже видосик с условиями конкурса на десятку записать. Ну и, как обычно, еженеделька. Поэтому, кто не успел, то у вас есть еще время. Насчет видосиков за прошлую неделю. Такс. Что там у нас? Архидемон открылся. Отлично. Призывает мастеров, большой урон. Хорошо. Тоже потестим. Вот смотрите, 5,5 парень набил. Вообще жесть. Неплохо. Такс. С этим разобрались, поехали, пооткрываем, как обычно, плюшечки. Сейчас кого-то следующего качнем. Так, ну тут у нас скины. Надо мне докачать землеройку. Отлично. В основном землеройка и упала. Поехали. Это единственный скин, который я еще не докачал. Ну, практически еще 10. Не хватает нам. Четвертое. Видите, не могу открывать, потому что очень много Apex камней. В общем, такая вот дилемма. Так, поехали, как обычно. 12 штук. Я надеюсь, в обнове они еще их удешевлят, чтобы без донаты хотя бы могли нормально покупать. Либо опять добавят какую-то хрень, никому не нужную. Так, кто у нас там? Землеройка. Следующие. На прокачке. На 30-ку. А, не землеройка, а трифит. Атака фортов вчера интересная была, кстати. Так. На сардельке. Так, кто у нас тут такой интересный есть? Кого хотелось бы посмотреть? Рунины, заклинательницу надо сделать. Гарпия. Кстати, можно гарпию качнуть. Давайте гарпию качнем. А вы напишите, есть еще варианты докачать. Шапку многие просили. Шапку я делал обзорчик на этом
на Китайке, на Тайване. Заклинательница как вариант есть, тоже ее можно сделать. Можно и шапку, в принципе, тоже вариант для подземок вернуть. Посмотреть на ее урон. Здесь можно собрать на максималку. Посмотреть, как она будет себя показывать. Такс. И красных камней нас, в принципе, не хватает. Тоже за пара. В общем, ждем обнову, посмотрим, что будет интересного в обнове. Но, честно скажу, чем дальше вот качаю 30-е прорывы, тем больше понимаю, что они, ну, бессмысленны. Если они опять введут какое-то усиление, ну, это вообще бред будет полный. Посмотрим, что будет у нас насчет магазина, который нам обещают вторую обнову уже. Ну, думаю, книг мне хватит, в принципе, пока докачаю. У гарпии тоже должны быть интересные статки. Посмотрим, что она из себя покажет. Ну а потом уже обычных всех докачаю до 30-ки, чтобы был фулл алтарь. Потом, не знаю, честно говоря, за силы Игнации, ну, особо смысла никакого нет. В принципе, 20-й прорыв можно слить, качнуть гарнизоны. Посмотреть, какая реальная сила, когда у тебя будет гарнизон весь прокачанный и все герои без ронинов, толку от ронинов, в принципе, никакого нет, чисто ради силы, но все равно все лимиты уже пройдены. Чисто ради гонки, у кого больше силы, вот и все. Так, опять нам не хватило нам камней, как видите. Самая большая загвоздка, вот это вот желтые камни. Кто мог раньше подумать, что будешь просто вот так вот миллион кулаков сливать в никуда, по сути. Надо будет тестануть. Вот считайте, только на этот прорыв около 10к уходит. На прокачку с 20 по 30. Ну не 10, там чуть-чуть меньше. Все равно дофига, я считаю. Так, есть гарпия. Кто там у нас следующий на заходике? Паладин. Ну, паладина смысла качать не вижу. Пока что. Придется скоро и второй комплект героев качать. Варлок, Валька. Можно, в принципе, Рибета начать качать. Думаю, мы его сегодня закончим и следующим заходиком уже сделаем. Заклинательницу, если вы хотите. Или шапку пишите в комментах, кого вы хотите увидеть в следующем. И будем уже трешевать дальше. Так, 370. Ну, полтора миллиона это реально. С 1,6 миллиона можно сделать запросто. Если прокачать всем 30-е прорывы, но смысла в этом, честно говоря, никакого нет.
Такс. В принципе, все, с этим разобрались. Камешки мы опять же не откроем, так как у меня перелимита. Надеюсь, они в следующей обнове опять с этим что-то сделают. Все, пишите комменты, ждите вечером, посмотрим, может будет стримчик, видосика с розыгрышем, может на стриме проведу. Всем удачи, всем пока.